Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу вам показать орхидею. Покажу название. Это у нас Целогина пундурата. Она посажена, вы видите, сверху камушки. Под камушками уже исходя из пересадки психопсиса, мы уже знаем, что под камушками у нас с вами мох. Мох должен быть слегка влажный, но не сильно сухой, потому что я думаю, что многие знают, что когда мох пересыхает, он словно так сжимается, и он может повредить корешки. Поэтому не нужно допускать, чтобы мох очень сильно пересыхал. Вот. Но и тем не менее не заливать это растение. Вот. И я недавно нашла кое-что интересное и хочу вам показать. Вот у этой вот орхидейки появился вот такой вот малюсенький рост, красивый. Так что у нас будет пополнение. Я думаю, что это рост. Я, конечно, сомневаюсь, что это будет цветонос, но будем посмотреть. Эта орхидейка скоро уедет к своей новой хозяйке, а я закажу себе другую, потому что в этом втором заказе мы ее не заказали, девочка захотела, поэтому я эту отдам, а себе обязательно еще закажу такую орхидейку, потому что мне очень нравится ее цветение, безумно нравится, вот это такая красивенная губа. Ну, кто знает, как цветет это растение, те, я думаю, что меня поймут. Ну, растение такое, вам скажу, ребят, не маленькое. Листики у нас такие большие. И, судя по всему, я сравнила с обычными листиками. Получается, что она пришла ко мне слегка с подрезанными листиками, но стоит абсолютно нормально. Не знаю, возможно, может, окончание листиков потемнели, их подрезали. Но это очень классно сделана работа, скажем так, ювелирная, потому что когда я отрезала листики у цимбидиумов, я просто это делала наискосок. А здесь очень так красиво, аккуратненько по форме листика все подрезано. Так что вот такая вот растенька, растит у нас молоденький ростик. И мы обязательно попросим девочку, чтобы она нам потом написала и рассказала, что вырастет из этого молоденького роста. Ну, я говорю, все-таки я склоняюсь к тому, что это будет молодой рост, но, возможно, это будет и цветонос. Так что мы попросим, и девочка нам обязательно покажет, что же у нас здесь вырастет. Ну, все. А вам спасибо огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.